московском президент-отеле прошло второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета. Официальные лица и эксперты двух стран собрались за одним столом для обсуждения не только двустороннего сотрудничества. Участникам мероприятия было важно понять, как в Москве готовы помогать Баку в нормализации отношений с Ереваном и как решать имеющиеся сегодня проблемы. После официального открытия переговоры продолжились за закрытыми дверьми. Хотя отношения России и Азербайджана всегда остаются на высоком уровне, заседание экспертного сообщества прошло не без споров и разногласий. Но именно это, по словам экспертов, помогает двум странам выстраивать прочные связи. Это площадка для экспертов, для обсуждения перспектив развития двусторонних отношений. Вместе с тем, это также площадка для обсуждения имеющихся проблем в наших отношениях. Как и открытый, так и закрытый формат РАЭС позволяет обсуждение провести на экспертном уровне и представить определенные рекомендации государственным учреждениям, государственным чиновникам, тем, кто будет принимать практические решения. Здесь мы имеем прямой открытый диалог, вот я сейчас был на закрытом части заседания, в котором прямо проговариваются все существующие проблемы и разногласия, о которых, может быть, неудобно говорить в открытом виде. Мы видим высочайший уровень экспертов присутствующих, очень глубокие экспертные оценки. Безусловно, где-то есть и полярность мнений, где-то некоторые споры, но в спорах, как известно, рождается истина. Очень глубоко, очень информативно и, уверен, будут выработаны тезисы, так сказать, для того, чтобы заложить дальнейший фундамент развития наших отношений. Заседание прошло в сложной геополитической ситуации как во всем мире, так и в регионе Южного Кавказа, а потому требует оценки профессионалов. Впрочем, тут у азербайджанской стороны свои вопросы. В принципе, удовлетворительно оценивая деятельность миротворцев, хотел бы обратить внимание, что нам поступают очень серьезные сигналы о том, что через территории, контролируемые миротворцами, к сожалению, поступают разного рода недозволенные грузы. Одной из самых важных задач в деятельности миротворцев, которые получили закрепление и в российском законодательстве, и в международном праве, является вопрос о разоружении незаконных вооруженных формирований. И мы очень хотели бы, чтобы в этом вопросе миротворцы действовали бы более эффективно. Но разногласия касаются не только российских миротворцев. Одна из панелей заседания была посвящена информационной политике двух стран, где в последнее время все чаще наблюдаются открытые провокации. Одна из болевых точек у нас, которая обозначилась, это информационная освещение, скажем так, не всегда дружественное, соответствующее декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана нашими президентами 22 февраля. То есть допускаются в прессе, иногда в государственной прессе, моменты условно там критические, не совсем союзнические. Вот этот вот вопрос был одним из самых горячих, да, то есть эксперты достаточно эмоционально обсуждали эту тему. Мы договорились, что мы будем к ней возвращаться, да, и на уровне экспертного сообщества вырабатывать свою повестку, которую конструктивную, которая будет несколько компенсировать вот те моменты негативные, которые у нас в прессе появляются с двух сторон. Самая главная задача – заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Активизация Запада в регионе, как говорят эксперты, создает конкуренцию российскому посредничеству. Мы наблюдаем сейчас конкуренцию форматов взаимодействия, да, то есть есть европейский трек, есть вашингтонский. Мы обсуждали плюсы и минусы тех или иных моментов и пытались найти точки соприкосновения, как мы можем собрать все эти форматы для того, чтобы они сыграли в конечном итоге на урегулирование. Я бы не сказал, что есть два варианта. Есть скорее, так скажем, есть две площадки. Одна площадка, которая происходит... Ну, она началась, то есть, с трехстороннего заявления Россия, Армения, Азербайджан. И потом в 2021 году была определенная динамика. К сожалению, там прогресса, динамика была переговоров, трехсторонних встреч в 2021 году произошло, потом и в 2022. Но особенного прогресса мы не видели. И, в принципе, это тоже надо отметить, Россия сконцентрировалась на транспортных вопросах и вопросах делимитации. Предложений самого по мирному договору до недавнего времени не было. Оно появилось, российское предложение, летом. В этом деле, естественно, и ЕС, и в частности США
оказывают определенную поддержку дипломатическую. Как такового американского варианта мирного договора его нет. Есть определенные документы, где они высказывают соображения, скажем, общие принципы того, как должны будут вестись переговоры. Предложение каким-то образом отложить так называемый вопрос статуса на будущее, а оно прозвучало с российской стороны, конечно, Азербайджан неприемлемо. Но если сторонам все же удастся заключить мир, то очевидно, в первую очередь, наконец, заработают транспортные маршруты. Но есть определенные сложности политического характера по поводу касательно разблокировки коридоров, но я думаю, что сейчас как раз-таки власти трех стран, Россия, Азербайджан и Армения, продумывают соответствующую дорожную карту, потому чтобы выйти из вот тупикового процесса, для того, чтобы как раз-таки пункты заявлений прописаны, чтобы они все исполнялись. Я думаю, что в скором времени станем свидетелями того, что это все будет исполняться. Участники Совета заявили, что готовы и далее способствовать повышению уровня взаимопонимания между Россией и Азербайджаном. А в конце мероприятия приняли заявление, где отражены практические рекомендации для реализации этих планов.